Еще одна ночевка позади, зимняя. Да, еще одна ночевка позади, символическая, 23 февраля. Ну, где мы находимся и как мы здесь оказались? Мы находимся в окрестностях Калуги, совсем недалеко, но лес настоящий. Завалы, буреломы. Цель – отработка ночевки без палатки с минимумом снаряжения. Так, ну да, и давай. Используя костер Надил. Про снаряжение. Значит, что у нас было из снаряжения? Два топора, у каждого по топору, пила складная. Что за пила, какой фирмы? Пила Бачо Лапландер. Фанерка, которая использовалась и как снеговая лопата для расчистки места, и как... Начинало уже темнеть. Решили сделать надил, использовав уже лежащую поваленную осину под снегом. Рядом стоял сухой дуб диаметром 20 сантиметров. Мы его с помощью в основном пилы складной спилили, так как рубить дуб неудобно. Непрактично. Только топор портит. Да, топор быстро очень тупится, а пилой вполне нормально. После этого расчистили под осиной весь снег. Расчистили площадку. Разожгли несколько маленьких костерков под осиной. Когда она занялась, уже подсунули дуб. И получилась такая немножечко неправильная надя. Тем не менее, свою функцию она выполнила. Ночь прошла спокойно. Конечно, приходилось вставать, менять выгоревшие поленья дубовые на свежие, на и не выгоревшие. Ну вот осина, как видно, практически прогорела. И догорают остатки дуба. Да, я помню, что первая часть ночи до 3 часов, по-моему, тоже спалось ничего. Да. Потом был небольшой перерыв. Бегали тут с костром туда-сюда. Потом с 5 часов, наверное, опять, да? До 8. До 8 был такой. До 7:30, да. У меня лично был очень комфортный сон. Да, вторая. Теплый. Половина ночи. Потому да, что вот как раз вот этот жар от этой выгоревшей осины, он был как раз направлен в мою сторону. Она служила таким инфракрасным нагревателем. Идеальным. Без излишнего жара, такой комфортный. И вот интересно сейчас, какая температура. Тут вот уже давно часы лежат. Сейчас посмотрим, сколько тут градусов. Ничего себе. 26,5 градусов. Вот такая температура. Рядом уже... Ботинки. Да. Практически уже догоревшая надья. То есть спишь очень комфортно и отдыхаешь в полной мере. Хоть и время сна короткое, но зато очень хорошо. Никакая палатка, никакой спальник такого тепла не обеспечили. Ну, наверное, бы обеспечил какой-то спальник, но сколько бы он весил. И потом, что с ним делать, с этой палаткой, тащить ее. А тут мы шли буквально налегке. Вот с двумя рюкзачками. Вот такой рюкзачок один, 30 литров. Большую часть ботинки занимали сменные. И второй рюкзачок, вон вообще его там не видно.
тоже чуть побольше, литров 40, наверное. Плащ-палатку расскажи подробнее. Про плащ-палатку. Ну вот, был сделан из обычной тентовой ткани навес, и как использовалась как отражающая стенка, но потом я перелег на другую сторону. Это вот это ты имеешь в виду конструкцию? Да, это вот это. Ага. Перелег на другую сторону, и у меня еще была плащ-палатка брезентовая обычная. И сделал из нее вот подобие экрана такого. И, в принципе, разница ощутимая. Насколько теплее под такой стенкой, нежели под стенкой из тентовой ткани. Это ты просто на снег положил пенку? Да, на снег пенку. Ага. Вот, просто и сверху. А еще вопрос можно нескромный? Можно. Что у тебя за одежда? Одежда? Да. Обычная штормовка брезентовая. На меху? Нет. Ножик обычный? Да, обычный ножик. Вот такая вот сетка. Сечка. Трикотажная и термобелье не синтетическое, а хлопчатобумажное. Ну, собственно говоря, здесь то же самое. Такой же набор. А это не понял. Сетчатое это вот еще, а под ней что-то еще есть? Ну, термобелье хлопчатобумажное, такие же. Ну, это уже сетчатое, я думаю, лишнее. Она могла бы и без нее быть тепло, наверное, да? Может быть. Ну, я практически так же одет, только у меня сетчатые штуки. Только ножа нет. Ножа нет и сетчатой штуки нету. И у меня синтетическое термобелье. Да, ну вот, тем не менее. А так, а голова у тебя была покрыта чем-то? Да, голова у меня была покрыта вот такой вот бейсболкой. Летней. Да, и иногда она даже просвечивается практически. А сколько градусов сейчас температура? Воздух, ну, сейчас, воздуха. Я думаю, минус 3. Ну да, то есть не очень холодно. Не очень холодно. Когда спал, еще капюшоном пользовался, так сказать, на всякий случай. Но для ночевок у открытого огня хлопчатобумажная ткань – это оптимальный вариант. Она не прогорает сразу, во всяком случае. Мне комфортно, она не сплавится от высокой температуры. Так что лучше для ночевок у открытого огня использовать натуральные материалы. А про обувь? Мы же сюда шли, ты одевал бахилы? Да, я одевал бахилы. А где они, кстати? Вот. А, вот они, бахилы. Это у тебя самодельные? Нет.